стали известны подробности недавнего романа бывшей участницы «Дома-2» и популярной телеведущей Виктории Бонни с миллиардером Пьером Андюраном, с которым российская звезда начала встречаться в минувшем мае. Парочка появилась на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля, и Бонни заявила, что с бизнесменом ее связывают романтические отношения. Также она признавалась в том, что они любят порассуждать на серьезные темы, например, поговорить о квантовой физике и черных дырах. Не так давно стало известно о расставании Бонни с Андюраном, а затем сама знаменитость призналась блогеру Денису Куренкову, что эти отношения стали пиар-ходом.